год 65-летия Центральной детской школы искусств городского округа Химки случилось еще одно важное событие. Учреждение было признано лучшим в России. Это стало известно буквально на днях, чем еще больше украсило праздничную дату. В ДК «Родина» состоялся праздничный концерт, который посетила министр культуры Московской области Елена Харламова. Когда из более 5000 школ Российской Федерации Центральная детская школа искусств города Химки становится лучше в России. И, наверное, в общем, это все говорит за себя, поэтому оценивать мне уже здесь не приходится. Понятно, что это одна из ведущих нашей школы, это самая большая у нас школа в Московской области. Поэтому, конечно, мы гордимся. Если мы где-то и участвуем, то стараемся попадать в десятку, говорит директор школы искусств Инна Монастырская. Так и на конкурсе с первой же попытки удалось пройти 3 этапа и превзойти все учебные заведения. Я думаю, что это судьба. Это нам большой подарок к 65-летию. И, безусловно, это признание нашего труда, коллектива нашего на протяжении многих десятилетий. Большое спасибо родителям, которые нам доверяют. Большое спасибо всему коллективу, который трудится каждый день кропотливо во благо культуры Российской Федерации. Учителя и воспитанники школы искусств уже на сцене продемонстрировали свое мастерство. Для зрителей выступили лучшие коллективы и исполнители. В концертном зале трудно было найти свободное место. Поздравить школу с юбилеем пришли как родители, так и ее выпускники. Многие отдавали сюда заниматься своих детей, а теперь уже приводят внуков. Я и вот многие родители, с которыми я общаюсь, когда встречаюсь в школе, мы все считаем, что нам очень повезло, что мы живем рядом. Потому что я знаю, что некоторые родители привозят своих детей. Трудно, но они все равно ходят в нашу школу. Нам нравится. Замечательные учителя. Главная задача школы всегда заключалась в том, чтобы выявлять талантливых детей и помочь им реализовать свой потенциал. На этом достижении коллектив школы не планирует останавливаться, а только подкреплять свое высокое звание победами на конкурсах и фестивалях на всех уровнях.